Так, друзья, доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу вам показать и рассказать, как получить монетки от кошелька Shiba Wallet. Здесь по аирдропу дают нам 1000 монет SBV. Я их уже получила. Я просто сейчас покажу, что надо делать для того, чтобы получить эти монетки. Итак, сейчас я перейду в кошелечек. Значит так, продолжаем. Я перешла в кошелечек. Я сейчас покажу, что у меня эти монетки уже есть на кошелечке. Сейчас я их найду, только вот. Так, вот они. Вот они, 1000 монеточек. На кошелечек уже пришли. Приходят они мгновенно, как только вы проходите аирдроп. Но здесь главное условие. Необходимо, чтобы на кошелечке у вас было хотя бы немножко BNB. У меня вот есть, я держу мало-мало. Вот у меня 0,01. Потому что каждый раз за аирдроп они снимают за транзакцию. Это где-то 0,002 бимбишки. Ну так, начинаем. Как обычно, заходим мы в DApps. Это браузер на Trust Wallet. Нажимаем кнопочку DApps. В поисковой строке мы вставляем реферальную ссылочку. Ссылочку я оставлю внизу. И мы переходим на их сайт. Здесь, как всегда, у нас стоит сеть эфириума. Вот она вот здесь. Нам надо ее поменять на BSC. Меняем, нажимаем Smart Chain. У нас сейчас перезагрузится кошелечек. Все. Мы сделали все, что надо. Для того, чтобы получить эти 1000 монет на свой кошелечек, мы нажимаем Climb. Это вот сюда вот. Ну, сейчас немножечко расскажу о кошелечке. Что он из себя представляет. Тут все на английском языке. Значит, кошелек Shiba – это лучший токен сообщества в мире. Скоро появится дефляционный проект с надежной уникальной экосистемой обмена на блокчейне BSC, ETN, KSS, Polygon и других блокчейнов. Что они хотят? У них скоро запускается листинг. Листинг будет происходить на PancakeSwap и Hobbit. И они планируют продавать одну монетку SBV, этот Shiba Wallet токен, по цене от 0,16 до $0.6 США. Ну, посмотрим, как это будет. Прошу прощения. Так, ну здесь также можно и поучаствовать в пресейле, но это для тех, кто хочет. У кого есть монетки BNB. Я получала по аирдропу, получила 1000 монет. А в пресейле, значит, у нас здесь можно купить от 0,01 монетки BNB до 10 BNB. Значит, если покупать от 0,01 BNB, можно получить 30 тысяч этих монет. Ну, а 10 BNB, они тут даже и не пишут, сколько можно получить. Наверное, очень много. Значит, что мы делаем? Мы нажимаем кнопочку Claim 1000. Вот эту вот кнопочку нажимаем и участвуем в аирдропе. Я не знаю, получится у меня сейчас. Я уже это все сделала. Ну, попробуем. Да. Вот, пожалуйста. Для того, чтобы получить 1000 монет жетона кошелька Shiba, надо проплатить транзакцию. Стоимость ее, как мы видим, 0,002 BNB.
Для этого мы нажимаем кнопочку «Одобрить». Я этого делать уже не буду, потому что я уже получила. И после чего монетки нам упадут сразу на кошелечек. Как только мы это все сделали, нам надо обязательно теперь нажать вот эту, вот эти три полоски. Нам нужен адрес смарт-контракта. Прошу прощения, приболела немножечко. Значит, мы их нажимаем и смотрим. Тут у нас прописан контракт. Вот он. Контракт. Мы нажимаем на эту кнопочку и заходим в BSCAN. Здесь нам необходимо скопировать будет адрес контракта. Ну, давайте посмотрим по этой монетке. Значит, что мы видим? Выпущено у нас здесь... Блин, я даже не знаю, как называется эта сумма. 10 триллионов, что ли, этих монет. Значит, на данный момент у нас 3243 холдера. И трансферов у нас совершено уже на 7764. Ну, мы все это узнали, посмотрели. Теперь нам надо обязательно скопировать наш адрес контракта. Мы нажимаем вот сюда вот и копируем. Мы скопировали адрес. Теперь мы выходим из BSCAN-а и заходим в наш кошелечек. Для этого мы нажимаем крестик. То есть закрываем мы эту страничку. И переходим в кошелечек. Ну вот здесь вот у нас наш кошелечек. Нажимаем эту кнопочку. Заходим в кошелечек и нам надо найти наши монетки. Поскольку они уже упали на кошелек, но они не отображаются. Для этого мы... Прошу прощения. Для этого мы нажимаем... Тут вот у нас сверху есть две стрелочки. Нажимаем на них. И заходим в поиск токенов. Мы скопировали адрес контракта. Теперь мы нажимаем на эту строку «Поиск токенов» и нажимаю кнопочку «Вставить». Сейчас нам надо добавить токен. Для этого теперь нам необходимо поменять сеть. Вот здесь вот у нас кнопочка «Сеть». Мы нажимаем ее. После чего нажимаем на «Smart Chain». Ну вот она у нас. Вот она у нас. Мы нажимаем эту кнопочку. И у нас сеть поменялась. Теперь нам надо вставить наш скопированный адрес контракта. Мы нажимаем кнопочку «Вставить». Вот у нас прописались все данные по этой монетке. Теперь нам надо нажать кнопочку «Готово». Ну, тут по-английски «Done» еще пишется. «Готово». Мы нажимаем эту кнопочку. И, как видим, у нас наши монетки отобразились в нашем кошелечке. Теперь мы спокойно переходим в кошелечек. И ищем нашу монетку. Она у нас должна быть. Но она у меня уже есть. Она у вас должна быть. То есть вот она, наша монеточка. Монеточка Shiba Wallet. 1000 монет есть на кошелечке. Да, ребят, в предыдущих видео я забыла упомянуть о том, что обязательно надо скопированный адрес контракта записать где-нибудь на черновичке. Где вы там запишете его, это не важно. Надо, чтобы он был всегда под рукой, потому что на PancakeSwap нам необходимо будет не инициалы вот этой монетки вводить, а именно вводить
при обмене и продаже адрес смарт-контракта. Поэтому, чтобы потом не искать его очень долго, а чтобы он был всегда под рукой, запишите его где-нибудь. Я вот, например, сейчас вот покажу. Я вот, например, делаю просто. Я на почте захожу в черновички и записываю здесь. Нажимаю кнопочку «Написать». Вот текст сообщения я вот вставляю. У нас адрес вставился. И где тема, я пишу. И у нас наш адрес контракта есть всегда. При необходимости, когда надо будет обменять, и эта монетка будет иметь свою цену, мы его просто скопируем. Ну, вот тут вот копировать. И куда надо, туда мы этот адрес контракта и впишем. Тут вот я еще немного других контрактов записала. В принципе, не все, мне теперь их придется искать. Сразу-то я тоже не сообразила, как это делать. Сейчас я вам это подсказываю для того, чтобы адрес смарт-контракта у вас всегда был под рукой. Ну, итак, друзья, спасибо за то, что вы досмотрели видео до конца. Если вам понравилось видео, ставим пальчик вверх. Ну, а если не понравилось, ставим вниз. До свидания.